деловой игре тренировки моделировались различные ситуации – угроза теракта, эвакуация людей с опасной территории и развертывание передвижного участка для голосования. Учения длились неделю, поэтому в заключительный день, когда тренировка была показана широкой аудитории, действия участников процесса уже были доведены до автоматизма. После чего направляется председатель избирательной комиссии для доклада о данном факте. Председатель избирательной комиссии докладывает о том, что обнаружен подозрительный предмет, который может быть опасен, и предлагает прекратить работу. Для того, чтобы научиться необходимым пошаговым инструкциям, видные приехали представители территориальных избирательных комиссий южной части Подмосковья и начальники УВД близлежащих городов. Основная задача, поставленная перед присутствующими, перенять показанный опыт и обеспечить на своих участках непрерывное и безопасное голосование 10 сентября. Это были первые ситуационные тренировки, и Ленинский район провел их на хорошем уровне. Ленинский район справился отлично, и те участники избирательного процесса, которые представлены коллегами, и, собственно, силы МВД, УВД, которые задействованы Ленинского района именно, все хорошо организовали. Надеемся, что результат работы будет налицо. Такие же тренировки, но уже с участковыми территориальными комиссиями, пройдут теперь в каждом из муниципальных образований Подмосковья, в том числе и в Ленинском районе. Поскольку вот тот опыт, бесценный опыт, который мы получили на этой тренировке, он не должен остаться только на уровне территориальных избирательных комиссий, мы собираем участковые избирательные комиссии и продолжаем с ними заниматься уже в развитии тех навыков и знаний, которые мы получили на сегодняшней тренировке. Прогнозировать наличие чрезвычайных ситуаций заранее никто не собирается, но быть к ним готовыми должны все.